перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Иначе никого нет, чем вы взялись. Так это, наверное, в перископе потом. Там у них такая песня пиздатая, реклама одежды какой-то. Заходи, покупай одежду у нас. Вот так, вот, читает рэп. Я сейчас так чихну в хамеру и захартаю, нахуй. Я чихну, блядь. Ты знаешь, это ебанутая хуйня, когда чихаешь и все, блядь. Вот так, на, ты знаешь, что надо говорить после этого? Че по кайфу то и дело. Йоу. Йоу, Отрикс, салам. Одрик зашел. Харрисон, привет. Присоединяйтесь, народ. Мы хотим с вами поделиться первыми впечатлениями от нашего безграничного ахуя с Антоном. Два Антона охуели. Мягко говоря. Менторы с фрешки были. Мы сейчас только что были. Харрисон, спасибо, что осветил тему, которую мы будем сейчас поднимать. Но ты немножко не прав. Это не хуйня. Это полный пиздец. Хуйня это когда ты посмотрел и как бы и думаешь, да и похуй. А полный пиздец, когда ты посмотрел, думаешь, блять, лучше бы я это не видел. Короче, вот такая да. Хуйня, типа. Короче, завтра на стриме. Завтра на стриме, пацаны, будет пиздец. Завтра на стриме мы будем уничтожать, блядь. Давай сначала по финалу. Короче, блядь, финал прошел. Там, пока вы присоединяетесь. Спасибо, стараемся. Спасибо. Финал, короче, прошел. Я надеюсь, нас так плюс-минус видно в кадре. Финал прошел, пацаны, финальная встреча прошла, все было заебись. Мы будем, привет, привет всем. Мы будем на следующем мероприятии делать еще меньше лимит на вход, потому что, блядь, мы еле запустили людей, при том, что мы уменьшили количество билетов. Я на тека трещала. Трещала нахуй. Там стоял ассасин, чувак, короче, он занимался альпинизмом, как он говорит. И он залез на третий этаж и стоял на балке, как Иисус, блядь. Я ему отговаривал от самоубийства. Да, это был пиздец, пацаны. Вот, короче, финальная встреча. Антон, давайте по порядку, типа. Ну, я так, я чисто обрисую, блядь. Антон с Хосом, Антон выступил потрясающе. Антон, вы знаете, да, что у нас правило на проекте, когда участник делает охуительно, он, типа, получает бабло. Вот, когда участник делает неохуительно, он получает подарок от Антона ЗБ, можешь показать. Друзья, вот, вы видите, это 100%. Вместе с цепью. И скажи, чей-то продакшн. Мы так ребят, охуели сегодня. Вообще, как получилось? Мы идем, заходим в ювелирку, там вот эта штука висит. Ага. Типа, я думаю, вау, совпадение. Ага. А знаете, что? Это птаха. Это его коллекция. Прикинь, короче, у сектора, блядь, пацаны, вот есть такая штука. Есть 100%. Ювелирка от птахи. И ювелирка от птахи. Такого в Екатеринбурге нет ни у кого. Да, пацаны. Даже на ЦАУР Урал. Даже на ЦАУ Урал нет такого. Это подарок, я ему уже год обещал цепь, там, после победы с первого сезона, вот, и наконец-то ему досталось. Короче, все остальные батлы, блядь, ну, мы рекомендуем к просмотру, мягко говоря. Там есть один батл, на котором я не сдержался и, типа, сказал, почему я очень сильно его рекомендую к просмотру. Вот, в целом, короче, все было дико пиздато. Вот. Что такое? Ты креветку хочешь? Забирай. Дай что-нибудь, дай сладости ящички. Сейчас, ребят, рекламная пауза. Ты под пиво сладости хуешь? Да, я мороженое спил в универе, все же спил. Переходный возраст. Мороженое не хочу, дай модемство, что-нибудь такое, мармеладку. Не надо, я говорю, дай, ты же кушаешь. Ты, дай, легко ли быть молодым? Дай, пожалуйста, и потом, ну, люди в эфире же ждут. Ну, так делай дальше дела, ты видишь, я чищу. И даже если захочу, я уже не стану другим, пускай мздым. Легко ли быть молодым? Короче, пацаны, да, это респект от Тахи. Короче, блядь, сезон закончили, сезон получился, на мой взгляд, пиздатым, интересным. И очень были сильные батлы от опытных участников, что очень круто. То есть они повысили, как я считаю, свою планку в этом сезоне. И вот на последнем ивенте, который мы посмотрите, Мавец будет, ну, мы не будем там, типа, спойлерить, пытаться завершать. Просто посмотрите. Я надеюсь, что вы кайфанете от этого. Вот. И, как бы, блядь, и много ребят у нас выросло на сезоне, это очевидно, как бы, те, кто дошли до финала, до полуфиналов. Все круто, как бы, мы все правильно делаем. Вот. Что еще хотел сказать? А, ну, мы анонсировали, короче, на видосе, через неделю увидите, уже тогда в массы будем анонсировать. Те, кто был там, знают, как бы, блядь.
В хоз, но это был, наверное, один из лучших его батлов, я считаю. Ну, может, с Рики у него был получше, с точки зрения эффекта, типа такой хуйни, да, вот я так думаю. Кроме как с Рики, я не могу вспомнить, какой был лучше. Может быть, был, может, сори, может, я трою тебя. Вот. Отрикс. Да, Отрикс. Отрикс скоро будет батлить у нас. Друзья, спойлер для вас, Отрикс совсем скоро будет батлить на РБЛ, но так как его последний акапельный батл получился крайне интересным, мы решили усложнить ему задачу больше на капельно. Трипл килл с плейн дэд. Вот. Шум молодец, шум красавчик, шум от души молодец. Все сделал четко. Ну, как бы, понимаете, в чем суть? Батл под бит, который был, шум диктатор, на видео 100% будет лучше смотреться, чем в зале. Ну, я вот прям, блядь, уверен. Вот, он в зале был, как бы, ну, крутой, однозначно крутой. Может быть, типа, не, как сказать, не прям, что мы там повеситься были готовы, блядь, на балках, как тот чувак. Но он был крутой, очень крутой. Но на видосе он 100% будет еще лучше. Вот. Первый батл, блядь. Мы сегодня выпустили батл. В четверг Антохи батл против Волки. Волки, здоровья, батл, если ты смотришь. Если ты там со своими пацанами. Со своими пацанами? Да. Ты думаешь, что там уже собрал гэнг? Гуф, птах и слив. Короче. 15. Да, психиатрическая, блядь. Короче, блядь, вот сны. Охуенный батл. Вот, блядь, тут я вот прям говорю, что Волки сектор... Это какой у нас трипл килл, блядь, был. Он просто пиздат, он выйдет в четверг, посмотрите. Финал уже выйдет в субботу. Вот, такая хуйня. Поэтому, сектор, разверни, пожалуйста, конфетку. Потому что я держу телефон под себя, неудобно. Вот, короче, блядь, пиздатый батл. Но суть в том, что мы даже, знаете, не для этого включили трансляцию. Мы бы это, ну, типа, завтра на стриме с вами это обсудили, как бы, более подробно мы обсудим. Вот, но, блядь, мне пишут какие-то... А, это кот, я думаю, это тёлка лежит в розовом купальнике, пиздец. Нихуя у тебя зрение. Я вообще не вижу ни одну аватарку, типа. Я ж приблизил, ебать, нахуй. Ну, короче, это, блядь. Финал второго сезона на уровне финала первого. Мне, как говорят, что точно не хуже. Мне сложно сравнивать, но он другой. У ребят все равно были, как сказать, ну, дружеские... Чувства по отношению друг к другу, несмотря на то, что они делали круто, у них был вот этот момент, что они не переходили, да, какие-то на грани, мне кажется, несмотря на то, что батл охуенный. А здесь батл был другой, чувакам, в принципе, друг на друга срать. И они ебашили там все, что могли ебашить, короче. Это было очень здорово, очень зрелищно, очень круто. Оба молодцы. Пачука зову батлить, Пачука пока не может. Пачука же в армии сейчас. Нет? В Таджикистане, думаешь, есть армия, блядь? Нет. Армия строителей, да? Контрактники только. Контрактники, блядь. Вот. За Б, нравится девочка, может, подскажешь, как подходить? Покажи девочку, если понравится мне, я тебе объясню. Ты что, не видел видео, что ли, как, блядь... Николай Соболев унижает Лев Против. Да, вот так. Мы сегодня, блядь, пацаны, мы сегодня... Сейчас сидели, блядь, пили пивко и наткнулись на видео, где Николай Соболев, типа, говорит, спросил там слева против за слова. Мы включаем видос, где Николай Соболев на 5-й секунде видео бьет с вертушки по груши. Понимаем, что, блядь, Лев думает, дело дрянь. Блядь. Дальше Николай Соболев методично поясняет за Льва против, и в середине начинается их встреча. А начинается так, что Лев против такой, стоит Николай Соболев один в кадре, и Лев против входит в кадр. Мы не знаем, может это постанова, может через неделю там Лев, этот Соболев снимет видео, скажет, чуваки, это все они правильно делают, там борются. Это был социальный эксперимент. Да, да, вот это вот все говно, блядь. Но типа, если это не постанова, то, блядь, Соболев прям обоссал да, Льва против. Он бодибагнул нахуй его просто. Мораль, с моральной точки зрения, блядь, он просто, он его стоял, говорит, ты мудачье, блядь! А тот... Да, да. Я был неправ. Типа вот такая хуйня, ну странная очень. Я не говорю, что он должен был, типа, там, въебать, как бы, там, сходу, но, блядь, ну, типа, чувак стоит его прям дезморалит, а тот ему ничего не может ответить. Вот в чем суть, короче. Вот, такая хуйня. Поэтому... Но стол хип-хопа все равно круче. Но стол хип-хопа переплюнул сейчас. Как контент. Я бы очень хотел посмотреть, как Юлик с Хованским смотрит стол хип-хопа. Это как новые сердца за любовь. Да, кстати, я подкидываю идею на, как это у блогеров, коллапс, да, называется, или какая-то такая хуйня. Юлик, Хованский, покажите им этот видос. Хованский меня точно знает, Юлик вряд, ну, не то, что вряд, я не знаю, знает или нет. Юлик всех знает, мне кажется.
То есть, в принципе. Ну, не, ну, в смысле... Как это работает? Мне кажется, шабит, короче. Ну, короче, суть не в этом. Пацаны, давайте сделаем поебанище на каком канале, похуй, там, типа, блядь, стрим, не стрим сами. Давайте посмотрим вместе 100 фрешблада какой-нибудь. Я вот с вашим опытом просмотра «Сердца за любовь», плюс с моим опытом просмотра всех видео, возможных про, из личного архива Оксимирона и просмотров, блядь, этих батл-рэпа, этого ебучего, 2 года, блядь. Пацаны, мы сделаем с вами охуенный ролик, блядь. 1xbet, нахуй, забанят YouTube, чтобы они не могли забанить нас за эту хуйню. Вот. Так что, пацаны, дерзайте, короче, дерзайте, блядь. Этот, Хованский, Юлик, жду от вас ответ, блядь. Будем, блядь, обсуждать. Но суть-то в чем, пацаны? Суть в том, что Оксимирон-то, оказывается, диктатор. Я что-то думаю вчера. Диктатура здесь. Что-то думаю, что-то, знаешь, что-то как бы и нос-то побольше, блядь, и борода поменьше. И как бы и потрезвее, блядь. Ну что он, я не буду пить. Я короче, не буду... на самом деле, честно признаться, я посмотрел... Сори, последний вопрос про Николая Соболя. Mm-hmm. Как вам пафосный уход в закат от Николая в конце? Мы чуть не обоссались. Пизда-то очень. Там на небе только об этом и говорят. Короче, если честно, вот я сейчас... Мы сейчас посмотрели стол Фрешблада. Вот, блядь, никакого дисреспекта, но мне кажется, я половину таблицы умножения нахуй забыл. Это такой пиздец, блядь. Короче, мы всех, да, наверное, за столом знаем, если я не ошибаюсь. Ну, да, плюс-минус. Да. Я не всех знаю. А кого ты не знаешь там? В смысле, лично? Да. Только я кого? Топора ты не знаешь? Ну, нет. А Пилси? Знаю, конечно. Ну, все. Я на его концерте люблю. А, Рубой ты, наверное, еще не можешь. Да, Рубой, не знаю. Да, но я знаю всех. Лично, так получается. Мы не хотим никого там, типа, оскорбить этой хуйней. Ну, потому что люди разные, они могут понимать, формироваться по-разному. Но, чуваки... С точки зрения, блядь, контента, я хуй знаю, как вы там монтировали, может, дело в монтаже. Ну да, да. Но это было так, блядь, тупо нахуй. Мы сидели здесь, на кухне Антона ЗБ, где происходит всякое, блядь. Понимаете? Что тут происходило? Сегодня Де Ниро лапшу поел. Ну, Де Ниро сегодня спиздил у сектора макароны, блядь. Просто поймите, блядь, что мы так охуели, блядь. То есть, блядь, во-первых, с каких-то пор... Версус занимается, как это называется, кликбейтом. То есть, видимо, все хуёво с просмотрами, по меркам Версуса, я имею в виду. Типа, схуяли они не назвали это стол 4? Или какой там, блядь? Ну это все, это уже скандальный стол. Тут нужно обозначать, что... То есть, блядь, диктатор... Оксимирон внебрачный сын Сталина. Сталин он ю. Пацаны, увидите превьюху одного из двух участников на финале, обоссытесь, это будет в тему. Это будет очень в тему. Через неделю, пацаны. Да. Ну и суть. Антон Забадикатор, отличие РБЛ и слова. Еще. Окей. Но суть в том, что... Ладно, с кликбейкингом... Извини, перебью на секунду. А там было что-то вообще про отличие от слова? Там же есть это типа в заголовке. Кстати, блядь, это было что-то про отличие от слова? По-моему, вообще нихуя. Ребят, кто смотрел внимательно на стол хип-хопа, потому что мы прерывались на мат... Кто внимательно смотрел стол хип-хопа, скажите, было ли, какое нахуй отличие это верса от слова, блядь, что-то я тоже не могу дуплить. Типа, они же так и не подняли этот вопрос, нет? Ну, может, PLC что-то сказал просто там. А у нас на слово его сразу перебили. Нет, в сезоне будет 2 победителя, типа, и... Нет, не было. А, ну вот. Оксимирон тиран. Блядь. Не было, название поменяли уже. А, не поменяли название? То есть они еще больше себя пытаются закопать? То есть как, блядь, это нахуй работает? Я не понимаю. Я понимаю, что монтируют ролики не ресторатор. Но кого хуя у них? То Enrage, Paragreen, блядь. То, блядь, отличие верса от слова. Там нет ни одного, сука, слова об этом. Отличие верса от слова, понимаете, да? Охуеть, они поменяли. Это очень забавно, что они поменяли название. Типа они сами из раза, блядь, в раз признают, что они обсираются с этой хуйней. Больше понравился монтаж, смотрю, как я несколько раз на полусловие обрывали. Ну, типа, знаете как? Они поднимают тему там на 1-2 минуты, да, там на 3. Она идет, мы пытаемся понять, ну, типа, мы такие, чувак, что за хуйню сейчас? Чувак, что за хуйню сейчас? Ту-ду-ду-ду. А, ну блядь. Вот, пишет, ну, Мирон сказал, видно, что ты со слова терапсон. Ну, все тогда, да, отличие видно сразу. Чем отличие российского хип-хопа и лондонского грайма?
Крепс говорит Оксимирону, ну, видно, ты с Кондоном был. Да, да, так и есть. Типа, блядь, вот так, да, нахуй? Пиздос, блядь. Тут все же очевидно версия истории смотрит. Блядь. Слушай, а был вообще-то стол у слова? Круглый. Круглый, так называемый. Но кто-то не пришел, пиздец. Пацаны, ну и короче, мы не хотим просто разбирать, потому что нам завтра нехуй будет на стриме тогда делать. Мы хотим на стриме подробно, блядь, каждую фразу. Мы, ну нам пиздец. Мы вот мы реально не хотим, типа, блядь, переходить на какое-то личное, потому что лично нам вообще поебать, типа, ну, как бы это понятно. Ну, в смысле, это очень смешно, как это не оставляет равнодушным. Нет, ну лично мне типа поебать, прав Гарри Топор или нет? Нет, мне тоже не понимаю. Я к нему не перестаю, ну, типа, не перестаю нормально относиться. Нет, ну, да, блядь. Ну, если он, да. Типа, если он несет хуйню по конкретному вопросу, или PLC, или там Тирепс, или Ресторатор, или Смокимон, ну, любой из них, типа, если они несут хуйню по какому-то вопросу, это не значит, что для меня они становятся вдруг там резко другими людьми. А это значит, что конкретно по этому вопросу они для меня, типа, не догоняют. Вот чем за хуйня, понимаете? Вот. Поэтому, ну, блядь, но... Я вот это обсужу все равно сейчас, у меня нет сил молчать, мы запустили поэтому трансляцию, друзья. Смокимо, ты демократ. Ты демократ. Ты даже если человек будет неправ, даже если Майлз начнет есть собачье говно, ты скажешь, чувак, это твой путь, это твой выбор. Ты демократ. Так и делают демократы. Так и делают демократы. Хиллари Клинтон, да, яркий пример. Обама, блядь, он дошел до президентского поста. Граждане США, типа, если вы начнете жрать говно... Ну, типа, ладно, я не буду это продолжать. А вот ты, Оксимирон... Тиран. И Оксимирон такой, так, так, Джозеф Сталион, вот это хуйня. И короче, блядь, а знаете, почему Оксимирон тиран, друзья? Потому что Оксимирон, как со слов Оксимирона, приезжает в парк. Оксимирон это лев против от мира батл-рэпа. Он приезжает, блядь, в парк, где бухают паундропов, летает Джон МакКофи. Это же с третьей встречи был. Или с четвертой, по-моему, с третьей. Приезжает в парк и разгоняет их там нахуй, чтобы они не бухали в парке. Так. Он еще очень. Он еще... Сталин. Гитлер. Да. Пиночет, блин. Пиночет. Оксимирон. Оксимирон. Все делали Лукашенко. Просто он еще очень смешно. Типа, ему говорят, а вот Оксимирон, ты диктатор. И Оксимирон такой. Да. Я вообще, они говорят, я езжу, разгоняю. Я их езжу, разгоняю. И говорят, да, Окс, именно так. Вот кто-то в Твиттере написал, что я пойду бухать. И ты, я сразу видел, ты написал в Твиттере, не ходи бухать. Мне? Живи я в своем Мухосранске. Было бы так похуй, что... Но нет, там же все на респект. И еще один момент, друзья, очень важно понимать. Чем отличается Versus... В принципе, от всех остальных площадок, не только от слова, от РБЛ в первую очередь, подчеркиваю, от рвать на битах, от 140 BPM, от всех площадок. Тем, что там в командах братья. Настоящий, да. Вот это мы его говорим, я его, блядь, это так чисто, подчиненный. Временный союзник. А там, друзья, братья. Которые друг за друга горой, которые если бухают, блядь, в парке, то выгнать их оттуда может только Оксимирон, блядь. Это знаешь, как короче... Ты представляешь, как Оксимирон рамсит с сотрудниками полиции, чтобы тех не забирали с парка, блядь. Не, он, Оксимирон приезжает, эти бухают в парке, он говорит, еще раз алкоголь достанете, я заберу, будете рыпаться, применю самооборону. Я первый никогда не нападаю, я только защищаюсь. И Паундров такой, ты купил мне эту бутылку? Оксимирон перцовкой бьёт. Выхватывает и выливает в канализацию. Типа, это же, знаешь, типичная ситуация, блядь, в тюрьме сидит, короче, Гитлер. Туда садится, ну, заводит в камеру Оксимирона. И Гитлер такой, тебя за что посадили? Он такой, я Паундропу в Твиттере написал, чтоб тот не пил. И Гитлер отсаживается. И понимаешь, он потом, Оксимирон стоит, достает телефон, те его не слушают. Алло, здравствуйте. Можно вызвать сотрудников полиции в Пушкинский сквер? Да, оскорбляют. Оскорбляют, пьют. Музыку с матом. Не уважают старших. Слушают раунд диктатора. Федор Мирон Янович. Федор, ждем. И потом, знаете, потом он опять что-то ходит по кругу под музыку, вокруг одной лавочки просто ходит. Потом стоит, короче, лавочка на заднем фоне, и он стоит такой, говорит, уже час ждем сотрудников полиции.
И приходит, короче, ППСник и такой, let's fucking go! А когда он от себя уходит, говорит, другой, стой сзади. На них не обращай внимания, стой сзади меня, снимай просто. Блять, просто пиздец. Короче, друзья, он... Оксимирон настоящий... Все, друзья, это нужно закрепить теперь за Оксимироном. Оксимирон — это не голубь против. Бля, заебали, у вас тут 86 человек, наделайте мемасов, блядь, где всякие лица диктаторов, ну, типа, портреты диктаторов и лицо Оксимирона вставлено. Да-да-да-да. Чуваки, сделайте мемасы обязательно. Я не пишу заявки, я пишу треки. А потом Николай Соболев с вертушки, блядь, предъявит Оксимирону. Блядь. Друзья, я не знаю, на самом деле, что может быть... Знаешь, типа, Оксимирон, они стоят, общаются, Помпров говорит, да мне похуй на этот батур, матом не выражайтесь, вот эту вот так хуйню затирать. Не мужчина, а мразь. Если бы, он подходит Джон Бекофи, говорит, если бы ты был мусульманином, то бы так не разговаривал. МакКонану. А МакКонан такой, я не знаю, что такое мусульманин. Там был, кстати, смешной комментарий. Рэп Перископ, подпишите, пожалуйста, кликбейтинговым названием «Оксимирон и Сектор уничтожают Оксимирона из...» Блядь, забыли Сектор, да, я уже трогаю. Командный батл. Забыли Сектор уничтожают Оксимирона из Льва против просмотра. Угрожали ножом. Вот это будет подстой охуительно просто. Ну, блядь, да, Антоха ко мне переехал, он еще несколько дней у меня будет, завтра будем эфир вести. Я вообще, в принципе, такой ему... Сколько ты в ЕКБ зарабатываешь, честно? Я не озвучиваю такую информацию. Я понимаю, что это не больше 20. Больше. 30. Не больше 30. Чуть-чуть там. Оставайся у меня. Оставайся у меня. А что, зачем? Будешь работать на 30-ку. Не у меня. А где? Я найду тебя. При этом ты будешь жить у Бородина. Мы сегодня создали... Мы, друзья, мы создали сегодня... Забывший сектор свергает диктатора шок. Свергает диктатора шок. Интересно. Такое ощущение, что цитата шок. Да, сколько Дима Бамберг. Да-да-да. Чем отличается Лев против от Оксимирона? Ну, один христианин... А подожди, евреи это христианин? Нет, они типа... Иудеи. Как их? Кто евреи вообще по вере, блядь? В кого верит Оксимирон? В кого может верить Бог? Слушай, не знаю даже. А Оксимирон? Так это не одно и то же. Нет, Оксимирон-то, блядь, активист. Блядь. Блядь, понимаешь, в чем ебаная проблема? Оксимирон говорил, что он против активистов. Да? А сам ходит людей в парках разгоняет. Это неправильно. Неправильно, хуйня. Но он типа, он же диктатор, то есть он не активист. Он... Активисты это те, кто подлизывают, короче, знаешь, власти. А он и есть власть. Он и есть закон. У него только ему значка не хватает. Полиция нрав. Я здесь, типа, а что мы нарушаем закон? И Оксимирон такой, я здесь закон. Let's fucking go! Друзья, ну, в общем, что я могу сказать? Ну, как бы, очень сложно управлять братьями, когда у них нет кровного, единокровного отца. Все-таки я надеюсь, что Оксимирон всей своей команде не единокровный отец. Если Оксимирон единокровный отец, я... где, блядь, их мать? Куда он делал ее? Проверьте его багажник, типа. Она в машине, которую Микси украл. Он решил покончить с этой тайной. Друзья, Шири Фокс, я представил его на Диком Западе. Блядь, Оксимирон на Диком Западе особенно смешно смотрелся. Знаешь почему? Ой, он бы стаканы протирал. Нет, если бы он был шерифом. Шерифом? Знаешь, как почему бы он смешно смотрелся? Он бы мог в пустыне, при должном камуфляже, очень прикольно прятаться за кактус, и его бы голова торчала, и все думали, что это стервятник. А, ну, кстати, да, было бы похоже. А нахуй? Ну, как вот эти... Типа знаменитый шериф, который притворяется стервятником. Типа о нем все бандиты знают, и никто не заходит в этот... Типа округ, блядь. Да, и там, а на другой стороне демократ. Да. Он говорит, делайте в моей деревне, что хотите. Демократ с Мокимо у него. Демократ с Мокимо, друзья. Все, что есть в округе, это тигры, ружье и свобода. И все. Тигренок Майлз. Тигренок. Сладкий тигренок. Сладкий тигренок.
Друзья, в общем, не знаем особо, что сказать. Да, вы пишите те вопросы, которые сейчас... Я здесь чисто по плану погубиться на софтбоксе на рейде в парке. Как будут отбираться лучшие вербалы? Уже состав собран. Вот. Так что не сильно. А ты, кстати, третий раз прилетает этот вопрос. Да? Окей, состав собран, чуваки, все заебись. Ну, мы это знаем, типа, скоро там. Оксимирона на Устарс не будет, сразу отвечу на этот вопрос. Потому что он занят в парке. Да. Не, блядь, Оксимирона бы охуительно было на вход ставить. Рука выбирал путевку. Да и вообще, не, Оксимирон, знаешь, был бы охуенным тем вот чуваком, который один из тех, кто в зале стоит и контролирует, чтобы не шумели. Типа, чтоб не разговаривали. На баре заткнулись нахуй, типа, и Оксимирон идет и выводит, короче. В общем, друзья, много-много про Оксимирона. Да, много. Но это для Рэп-Перископа. Да, Рэп-Перископ, подпишите обязательно. За Б-сектор против Оксимирона и за Лева против. МЦ есть полустар? Он... Друзья, для меня... Я хотел написать об этом в Твиттере, но не стал этого делать. Да, до меня дошел слушок, что Спаситель будет батлить в основе Версуса. У меня официальное обращение к ребятам, к организации. Я вообще не очень хочу с ними уже после такого общаться. Личное. У меня обращение... Рэп-Перископ, напиши, подпишите тут тоже. За Б предъявляет ресторан. Значит так. Я смирился с добровольным уходом Агела. Я смирился. Я все понимаю. Барвиха, все понимаю. Там мажористы. Но вы знаете, когда уже Спаситель будет в основе Версуса, я вам хочу сказать только... Можно потише, пожалуйста, когда я говорю официальное заявление? Да я мусор выкидываю! Тишина. Так вот. Ребята. Если вы уведете у нас GMM-а, я вам, блядь, это не прощу. Я лично, нахуй, эту оранжевую BMW скину вместе с этими тремя, блядь, с обрыва. Вы давайте не забывайте, блядь. Вы берега не... Я еще раз говорю, забирайте. Окей. Первый сам шел. Хорошо. Спасите, разобрали. Но остановитесь. Не смейте трогать GMM. Если вы хотя бы пальцем прикоснетесь к Джимми, в закатанных он будет или нет, упадет он в этот момент или поднимется, я вас предупреждаю, это будет последнее, что вы сделали. Бан вашего канала покажется вам сладким сном. Я знаю, где 17.03. Я знаю, что такое коктейль Молотова. Я знаю, когда у вас выходной. Бля, еще надо обязательно... Обязательно добавить, да. Еще нужно обязательно беречь того чувака, который в первом сезоне на отбор, ну, в топ-16 батлился с комедиантом. Джузи. Да, Джузи. Ребят, если вы... Случае. Сектор, мы... Я еще раз говорю. Еще раз. Что бы вы ни искали, мы съели карту с местонахождением его тела. Не пытайтесь его найти и воскресить. Если они заберут, типа, GMM и Джузи, то All-Stars'у пизда. Типа, мы не сможем провести All-Stars. Ребят. Я сказал, GMM сейчас находится под программой защиты свидетелей. Он находится под надежной охраной. Если вы пойдете на такой шаг, блядь, это будет война. Это будет война. Вы отбираете лучшее, что есть у нас на проекте. Остановитесь! Хватит! Пожалуйста! Не душите нас. Не душите нам. У нас нет больше ресурсов. Ресурсы. Все. Я батл-рэпер, для меня ресурсы. Я же диктатор. Ну да. Да. По-моему, в окно пытается пролезть. Оксимирон лезет. Вы там пиво пьете, блядь, сидите. Друзья. Последний раз. Я подошью свое ХЗ. Последний раз. В общем, ребят. Я еще раз говорю. Вы отобрали у нас двух топов. Топов 16. Как я? Гений? Хорошо. Да. Но Джимми... Он не достанется. Вам не достанется. Джимми мое. Джимми ко мне. Джимми... Моя семья. Братья мы. Да. Не сметь трогать Джимми. Давай выпьем за Джимми. Давай.
и чтобы больше такого не происходило. Иначе мы у вас отнимем Леху медь. Да. И посмотрите потом видео, как он будет батлить с Эмио Фишлом у нас. У нас? А? Эмио Фишл, тот человек, которого вы каждый раз приглашаете. Ваша топ-звезда. Больше всего батлов на версии. У кого? У Оксимирона? Нет. У Рики Эф? Нет. У кого? Кто? У Эмио Фишла. Да. Только посмейте. А я, знаете, у нас с белорусами там вазгаз, там вся хуйня, блядь. Эмио мы заманим. Жирным, большим окороком. Мне кажется, мы сейчас только что заспойлерили какой-то мейн-ивент с командой встречи versus. Блядь! Совершенно случайно. Друзья. 100% да. Да-да-да. Чей-то подарок всегда говори, как только спрашивают. ЗБ. Как ты так скромно? Почему? Как надо? Диктатора. Лучшего организатора Антона ЗБ. Лучшего организатора Антона. Ну, не получается до конца. Ну, ты не джимен, ты не спаситель, ты... Диктатор, активист, борец за справедливость, Антон ЗБ. Вот. Эта вакансия уже занята, мам. Ну, друзья, в общем... Что я могу сказать? Да все, уже дохуя. Надо на стрим что-то оставить. Парни. Берегите себя. Если когда-то вы, не имея абсолютно никакого таланта, являясь каким-то, имея какой-то фриковый оттенок, сидите дома, и вдруг увидите, что проходит залысина под вашим окном, будьте осторожны. Вас могут утащить. На Версус. Я этого не говорю. Ну ладно, я это сказал. Я уже не прошел, мне нечего терять, ясно? Все, друзья. На этой прекрасной ноте мы говорим вам о том, что завтра будет эфир, где мы подробно будем разбирать стол Фрешблада, где мы будем подробно разбирать, в каких еще бы жизненных ситуациях Оксимирон мог помогать людям. Я вообще считаю, что очень неправильно... То, что Оксимирон не всего себя посвящает во благо человечества. Угу. Понимаешь, Окс? Я считаю, что Оксимирон, он же, как тебе сказать, это как если бы мать Тереза ходила с автоматом Калашникова, она бы принесла еще больше. Это добро с кулаками. Это добро с кулаками. Оксимирон, это добро с кулаками. Спросите у Ромы. Потому что денег в хате было больше. И все отдал. Не отдал. В цепи говорит, нет, и все. Принципы. А вы знаете, как вообще произошла та легендарная встреча? Ты знаешь? Нет. Там же, как Жиган стучит в дверь, Окс открывает, там цепочка. Смотрит на нее и говорит, так, у нас тут девчонка без цветов. Не заходите, как без цветов возвращайтесь. Они вернулись подарить цветы, потому что принцип. И это даже не смешно, Антон не смеется. Я не смеюсь. Потому что в этом нет ничего смешного, потому что человек с принципами. Потому что если, знаешь... И культурный при этом, мне очень нравится. Если снимать видеообращение, то на Дворцовой площади. А ты вообще в курсе, из-за чего конфликт? У кого? Ну, был вообще вот у Оксимирона шок, и типа с Жиганом у них. Знаешь, из-за чего был конфликт? Ну-ка. Оксимирон пиво отобрал у них. Он вылил, короче, канализацию. И они ему отомстили. Организовали концерт, где-то всего. Но обычно, ну... Вообще у меня ощущение, что активно проталкивал закон о запрете продажи алкогольной продукции после 23-х именно Окс. Потому что, знаете, их и так там домой по домам не разгонишь. С парков с этих. А что, молодежь? Рэп перископ, когда за БР нет, подпишите Лев против, ведет себя как Лев. Это год, да. Хорошо. В общем, ребят. Давайте на этой прекрасной ноте желаем всем с Антохой, желаем вам доброй ночи. До завтра. До завтра, пацаны. Завтра будем, короче, блядь, вырываться с вами в эфирчик. Ну, мы погнали. Все, давайте. Все, Оксу привет. Ну и всем вообще. Обнял. Всех братьев с Рашблада и с Вируса. Обнял. Джимми наш.